Ты иная, ты не та розочка. Я постараюсь сделать все, чтобы остаться в твоем доме. Черт! Кого-то рожает, что ли? Я не пойму, что это такое. Черт, ребята, вот. Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. А это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. А перед началом я бы хотела вас познакомить с моим самым лучшим другом. Это канал Вова Смогилева. У Вовы очень много классных челленджей. 3 часа ночи. Очень много крутых страшилок, ребята. Посмотрите только, сколько крутых видосов уже есть на канале, которые вы не посмотрели, ребята. Главное сейчас перейти на канал Вовы и нажать кнопку подписаться, прямо как я это сделала сейчас. Друзья, не забывайте ставить лайки на видео у Вовы. И, друзья, не забывайте написать в комментариях те, кто тоже смотрит Вову Смогилева, ниже в комментариях под этим видео, а мы начинаем. Стоп, я забыла. Перед началом видео, конечно же, 3 самых ваших крутых комментария, которые попали в мое видео. Ловите. 1, 2 и 3. Пау, друзья, сегодня мы будем заказывать на сайте Darknet. Кстати говоря, уже отлично, 3 часа ночи. Мы будем заказывать с вами розочку, тролли-розочку Экзи. Так что, друзья, прямо сейчас отправляемся на сайт Darknet и вместе с вами совершим эту адскую покупку. Ребята, когда я увидела это на сайте Darknet, я просто ужаснулась. Вы посмотрите на эту розочку Экзи. Разве она похожа на обычного тролля, как из мультика тролля? Нет, это кровожадная розочка Экзи, есть только на сайте Darknet. И сегодня впервые на всем ютубе мы с вами ее закажем на этом сайте. Она свежая, как пирожки, только что появилась на этом сайте, и стоит она $600. Да, друзья, это очень дорого, но мы с вами варим офигенный контент, страшный, самый мистический контент от Королевы Мистики, поэтому я впервые закажу розочку Экзи. Просто посмотрите, какой страшный у нее нож в руках, какие страшные зубы, будто бы она их отродясь и не чистила, и красные адские глаза. Друзья, давайте почитаем, что же про нее пишут создатели сайта Darknet. Розочка Экзи тролль. Не просто тролль, а тролль, который ест людей. Тролль-людоед. Настоящий опасный лесной тролль. Друзья, тех троллей, которые нам показывают в мультике, они совсем не соответствуют тем троллям, которые живут на самом деле в реальном мире, друзья. Потому что все тролли-людоеды, они живут в лесу. И они гигантские, они просто огромные. И питаются они человечиной, ребята. Да, вы не ослышались. Они питаются детьми, которые ходят в лес одни, блуждают там, они находят их и съедают. Поэтому прямо сейчас мы посмотрим, что же это за розочка Экзи в 3 часа ночи только на моем канале. Поэтому давайте прямо сейчас не скупиться и соберем 10 тысяч лайков на этом видео, друзья. 10 тысяч лайков за эту крутую розочку Экзи. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы она пришла к тебе, поэтому прямо сейчас в течение 3 секунд жми кнопку подписаться, и розочка не придет к тебе, друзья. А мы совершаем покупку на сайте Darknet. Погнали! Отлично, друзья, буквально через некоторое время розочку Экзи доставит менеджер сайта Darknet, и вы увидите ее вживую. А что она будет делать, узнаете просто через несколько секунд. Господи, ребята, какая она маленькая, ее даже не стали запаковывать. Посмотрите на эту маленькую, безобидную, адскую розочку Экзи, тролль Экзи. Ее платье из пачкана кровью или цветом этой краски красной, друзья, я не знаю. Но одно я знаю точно, что внутри этой проклятой игрушки, этой живой игрушки, находится куча всякой мистической хрени, которая способствует тому, чтобы эта игрушка стала живой, особенно после того, как мы проведем над ней офигительный обряд, друзья. Согласитесь, она реально страшная. Да, я реально страшная, но нет, она не умеет разговаривать, потому что же это
это игрушка. Живая игрушка, но пока мы ее не оживили. А если ты хочешь, чтобы мы ее оживили, давай прямо сейчас спускайся ниже в комментариях и пиши: Ира, оживи розочку. А если ты хочешь, чтобы я оживила и разрезала какую-то другую игрушку, и ты не боишься узнать, что внутри этих проклятых вуду кукол, то прямо сейчас пиши в комментарии имя этой игрушки, а мы пойдем и оживим сегодня розочку Экзи. Итак, друзья, сейчас вы наблюдаете абсолютно обычную игрушку. Но нет, я вру, она необычная, потому что на ней уже эти две черных пуговицы. А что они означают? Кстати, многие спрашивают меня в комментариях, почему, Ирина, на твоих игрушках черные пуговицы на глазах? Да потому что это проход в потусторонний мир через эти пуговицы. Экзи, души проклятых игрушек вселяются внутрь их. Это все очень важно. Это часть ритуала, друзья. Поэтому мы сейчас возьмем доску для вызова духов и завершим этот обряд, который был начат по созданию этой Экзи-игрушки. Я так волнуюсь, ребята, это реально очень страшно, понимаете? Доска, магия, это все забирает очень много сил. Поэтому, друзья, мне просто не хватает того, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк. И давайте уже добьем 500к подписчиков, чтобы сделать офигенный конкурс, где будет очень много победителей, и я подарю вам подарки. Поэтому прямо сейчас подписывайся, чтобы не пропустить конкурс. Ведь он уже совсем скоро, потому что нам на моем канале уже 460 тысяч подписчиков, и через 40 тысяч будет розыгрыш, а это совсем скоро. Я уверяю вас, прямо сейчас мы приступим к магическому обряду. Розочка Экзи. Тролль. Розочка Экзи. Наш круг друзей един с тобой, заблудший дух покинь покой. Розочка Экзи, приди. Розочка Экзи, приди. Розочка Экзи, приди. Розочка. Розочка, ты здесь? В глаза капнуть узко, если игрушка не оживает. Черт! Дима! Дима! Что? Я не знаю! Черт! Не успела привязать ее. Почему-то после обряда эти проклятые игрушки стараются убежать от меня. Но, друзья, сейчас мы найдем. Розочка. Друзья, если вы знаете, как можно поймать розочку, то нужно... Кто там? Мы это слышали. Мы слышали. Как будто она что-то сказала. Да не может быть, чтобы игрушка разговаривала. Хотя после обряда в 3 часа ночи все что угодно может быть. Розочка, это ты? Друзья, мне реально страшно. Блин, что делать? Что она делает? Я не знаю. Дим, слушай, надо что-то придумать, что любят тролли. Тролли Экзи, розочки, я не знаю. Подожди, они поют всегда, они музыкальные. Точно, эти тролли любят музыку. Может быть, что-то наиграет, какой-то музыкальный инструмент, хоть что-то у нас есть. Я не знаю, хоть что-нибудь, что-то нужно придумать. И не знаю, хоть на ложках, кстати, на ложках постучать пойдем. Розочка? Здесь тоже никого нет, пойдем. Надо ее как-то приманить, чтобы поймать. Знаете, как играть?
Черт, она упала, Дим. Держи камеру, держи. Что происходит? Что слушай, она подошла к этой... к этой свечке и упала. Она притворяется? Я не знаю. Она превратилась в игрушку, но я видела, ребята. Я вам показала это на камере, она реально шла. Вы это видели, ребята, серьезно. Она ходила здесь. Слушай, Розочка, поговори со мной. Розочка. Черт. Я не знаю, короче. Но я видела, что она была живая, во-первых, потому что она исчезла. А во-вторых, потому что она шла, я это видела. Ладно, давайте на всякий случай все же ее... закрепим на этом столе. Сделаем круг. Я его замкну. Сейчас ты не сможешь выйти из этого круга. Прошу, поговори со мной, Розочка Экзи. Тролль. Тролль. Людоед. Ты еще пожалеешь о том, что заказала меня на сайте Darknet? Не надо мне этого говорить. Никогда я не пожалею, потому что сейчас тебя уже не будет здесь. Ты уйдешь в потусторонний мир. Ну да, конечно. Я постараюсь сделать все, чтобы остаться в твоем доме и сниться тебе в твоих самых страшных кошмарах. Этого у тебя точно не получится. Так что давай, прямо сейчас мы покончим с этим. Ты еще увидишь меня. Замолчи! Замолчи! Сейчас я лишу тебя вуду магии. Дим, давай скорее ножик. Черт! Она реально разговаривает, ребята, вы это слышали? Сейчас я разрежу тебя на счет раз, два, три. Черт! 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 Есть глаза! Теперь я лишаю тебя магии. Обратно в потусторонний мир! Отправляйся обратно в потусторонний мир! Круг разомкнула. Теперь ты не сможешь съесть меня. Я посмотрю то, что внутри тебя. То, что ты успела уничтожить. Ты иная. Ты не та Розочка. Ты не тот волшебный тролль, который любит песни. Ты злая душа. В тебя вселился демон. И сейчас я тебя освобожу. Я достану все то мистическое, которое внутри тебя. А сейчас я должна найти ее черное сердце, чтобы лишить ее адской души, которая завладела обычной игрушкой. Я нашла его. О, черт, ребята, в этой розочке слишком много этого пуха, игрушечного пуха. Подождите, мне кажется, я что-то нашла. Посмотрите, такое ощущение, что розочка будто бы кого-то рожает, что ли. Я не пойму, что это такое. Черт, ребята, вот. Что это за круг? Это похоже на сердце, но... это реально глаз. Это похоже на человеческий глаз. Это реально тролль, людоед, ребят. Это просто жесть, посмотрите. Это реально глаз. Господи. Черт. Блин, я как будто увидела мир другими глазами. Все было черное. Ладно, нужно достать все, то, что находится в ней. Что это? О, ребята, это пузырек, которым нужно сжечь эту игрушку, чтобы закончить проклятие. Вы знаете, что просто разрезать игрушку и вынуть все внутренности недостаточно. Чтобы завершить обряд полностью, необходимо облить ее этим веществом, сжечь, а останки закопать. Мы это будем делать обязательно летом. Так что, чтобы не пропустить, подпишись на мой канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Там что-то еще есть. Посмотри, что-то в голове. Что это? Ребята, это реально части тела. Слава богу, что они игрушечные. Это резиновый глаз и резиновый палец, друзья. Реально резиновый палец. А это что? Господи, черт! Впервые, ребята, впервые это человеческое ухо. Это реально ухо, ребята.
просто чье-то ухо, но не человека. Вернее, человека, но игрушечного. Это очень странно и очень жутко, друзья. Игрушечный тролль сожрал игрушечного человека, и из игрушечной головы тролля торчит игрушечный палец, ребята. И еще, блин, с маникюром. Я просто в шоке. О, жесть. Здесь еще и косточка на конце. Господи, как все реалистично. Но несмотря на это просто игрушки. Это положили туда создатели сайта Darknet, создатели этой проклятой игрушки, для того, чтобы она жила. Господи, ребята, по-моему, это все. Мы опустошили розочку. И что мы нашли внутри? Посмотрите, мы нашли глаза, мы нашли человеческие пальцы, мы нашли ухо, ребята. Только взгляните на этот набор, который был в розочке Экзи, которую мы разрезали в 3 часа ночи. Это была живая игрушка на канале Королева Мистики. Не забывай подписаться и поставить лайк. И новые видео каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье. Я жду вас на своем мистическом канале. Всем пока!